Здравствуйте. Сегодня 24 марта 2021 года. На 63-м километре автодороги Томск-Мариинск в Томском районе Томской области перевернулся груженный строительным материалом седельный тягач «Мерседес» под управлением 55-летнего водителя. Мужчина двигался со стороны Томска в сторону Мариинска. В 8 часов 45 минут утра в районе села Турунтаева по неустановленным причинам съехал с проезжей части и опрокинулся на левый бок, тем самым полностью перекрыл движение в обоих направлениях из-за разбросанных по всей автодороге строительных материалов. В результате опрокидывания водитель скончался от полученных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. По данному факту ведутся необходимые проверки. Подписывайтесь на канал и будьте внимательны на дорогах. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Берегите себя, всем удачи и добра!